Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий осветил кресты и купола строящегося храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» города Кудрово. Подъем купола запечатлела камера наших корреспондентов. Благословляется и освящается знамение сей крестное, окропление воды сей священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Храм иконы «Нечаянная радость» находится в самом центре города Кудрово, в котором живет уже более 100 тысяч жителей. Храм называют «Радость среди многоэтажек». Освящение крестов и купола для храма и прихожан – особо радостное и торжественное событие. Он как будто оживает. Дай Бог, чтобы на Руси больше храмов строилось, чтобы грех уходил, меньше воздействовал на человеческие души, а благодать Божия укрепляла каждого из нас. И чтобы Царица Небесная, несмотря на наши слабости, несмотря на наши сомнения, она обнимала каждого из нас и через свою любовь даровала бы каждому из нас спасение, путь мира и благословения. С праздником вас всех поздравляю. Очень надеемся, что в скором времени у нас будет еще один важный и новостной повод приехать в Кудрово. Строительство воскресной школы. Отрадно за данный храм, потому что он очень долго находился на стадии замороженного строительства. И на сегодня это уже третье церковное здание, возведенное под купол, не считая купелей. И вот теперь воскресная школа была бы уже кульминацией. У меня двое детишек на данный момент. И хотелось бы, чтобы они оба продолжали здесь обучаться. Не только в младшей воскресной школе, не только петь в детском хоре, да, но также обучаться и впоследствии, когда они будут постарше, уже перейдут в большую школу, чтобы это продолжалось на всей протяжении их жизни. Храм ждет следующий этап строительства, отделка и благоукрашение. А когда будут готовы колокола, владыка Игнатий обязательно приедет и возглавит торжественный молебен. Ведь благодаря архипастырю и его постоянной заботе растут храмы и общины. И пока в храмах служат божественную литургию, врата ада не одолеют церковь.